друзья, показываю сегодня еще один дуплекс. Тоже находится в новой части Ташуджу. Море 500 метров, может быть ближе. Этот подешевле домик. Он прям вообще недорогой. Я бы его назвал, знаете, даже не домом, а квартира на земле. Сейчас объясню почему. Вот это первая эксплуатируемая кровля. Вот она так выглядит. И, собственно, на третьем уровне это все. Вопрос, нужно ли это вообще. Здесь просто вот такой балкончик с видом в никуда. С видом в соседний дом. Так, условно говоря, не знаю, посмотреть на озеро. Озеро далеко, его почти не видно. Да, вот здесь, кстати, живут уже русские. Вот в этом страшненьком доме. Но он большой. Так, пойдемте. На втором этаже всего две спальни. Поэтому я говорю, это квартира на земле, потому что аналогично обычной квартире, которую можно купить, кстати, даже за сумму больше, чем стоит этот дом. А очень неплохая отделка по качеству. По сравнению с остальными, намного все аккуратнее сделано. Я имею в виду стыки и так далее. Это прям заметно. Первая спальня очень маленькая. Я думаю, метров 8, не больше. Вторая спальня. Вторая спальня. Тоже, наверное, метров 12. Собственно, кровать, видимо, ставится вот сюда. Да. И вот там два окна. А здесь, видимо, лежит, висит телевизор. Так, тут еще один балкон. Так, как его открыть-то? Так, ладно, открывать не буду, пока не разобрался. Какая-то странная, должна вроде откатываться, но почему-то... Ладно, не получается. Да, вот такая вот с золотыми элементами дверь. Стекло панорамное, но не совсем. Санузел. Санузел не производит неприятного ощущения, но все очень недорого. И сюда напрашивается, конечно же, надо сделать стеклянную перегородочку, чтобы была полноценная душевая кабина. Но все, что нужно, есть. Сейчас покажу то, что мне здесь не понравилось. Но, еще раз говорю, относитесь это именно как к квартире, а не как к дому. Не понравилось мне вот это. Сейчас, минуточку. Не понравилась мне вот эта маленькая кухня. Смотрите. То есть вот мы попадаем в дом, и, собственно, все. То есть у тебя вход сразу, по идее, на кухню. Либо сюда нужно сделать вот какую-то пристройку, потому что вот так и хочется вот сюда поставить какой-то тамбур или еще что-то, хотя бы просто шкаф, куда вешать вещи. А то ты заходишь, и ты сразу на кухне. Вот, кухня, по большому счету, стандартная. Никаких изысков нет, так как это все-таки дом или, как я называл, квартира на земле эконом. Он стоит недорого, но вот прям хочется сюда вот что-то вот сделать. И по большому счету, друзья, все. Тут больше ничего нет. То есть две спальни и вот такая кухня. И вот небольшое подлестничное пространство, куда, собственно, должен встать котел. Под который, кстати, я в упор не вижу ни одной розетки. Где розетка под котел? Непонятно, хотя щиток висит. И выход, соответственно, на задний двор, если его так можно назвать. Задний двор вот такой. Пока завален еще строительными элементами, но немножечко земли тут есть. По большому счету, террасу тут, наверное, я, друзья, к сожалению, никак не сделать. Но, смотрите, судя по соседнему дому, там даже поставили бассейн. Но вот сюда, мне кажется, бассейн не встанет. Если вот только вот в это место его куда-то. Вот если только сюда. Да, вот сюда, наверное, встанет небольшой бассейн. Вот сюда вот он войдет. Вот, вот такой вот.
Да, туда войдет. А рядом как раз вот находится уже, друзья, второй дом. И там уже, я так понимаю, проживают какие-то граждане. Его уже купили. Соответственно, соседи есть. Да, вот. Соответственно, нужно будет сделать парковку. Логично сделать тамбур. Единственное, чтобы он не изуродовал фасад дома, потому что дом смотрится достаточно неплохо. Но, сразу говорю, отнеситесь это как к квартире около пляжа на земле с возможностью индивидуального бассейна. И цена вас очень и очень обрадует. Все, смотрите пролет с дрона. Мы едем дальше.